Палаточный городок движения «Умная школа» уже не в первый раз разбивается у реки Корсунка близ села Зимненки. Для ребят созданы все условия для комфортного проживания. Горячая пища на костре, рыбалка, дискотека, а главное – увлекательное общение с известными людьми и коллективами Ульяновской области. Не в первый раз российское движение школьников приглашает представителей клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре. Ну, «Пересвет», я думаю, ребята вас ждали, потому что не первый раз мы с вами работали. Вы приезжали к нам в Центр дополнительного образования, детям очень нравится, особенно вот эти все виды боевых искусств, вот это именно вот сплочение, дружба, которые дети, то есть это боевые искусства, это не только, вот, допустим, единичные как-то вот борьба, а именно вот коллективная работа. Среди отдыхающих лучшие из лучших. Эти ребята не только учатся на отлично, но и занимают активную гражданскую позицию. Можно сказать, что это школьная элита Вишкаймского и Корсунского районов. Впрочем, воспитанников «Пересвета» тоже можно отнести в эту категорию. Они и учатся хорошо, и одновременно успешно занимаются жестким видом спорта – смешанное единоборство. Поприветствуем клуб «Пересвета»! Несмотря на то, что мы проживаем в маленьком таком поселке, поселке Самородки, из такой глубинки мы приезжаем на соревнования, как говорится, и даются диву люди, которые, как говорится, в этом спорте пребывают уже с самого начала и по сей день проводим такие красивые бои и занимаем призовые места. Удары в стойке и приемы в партере. После небольших показательных выступлений пересветовцы пригласили зрителей присоединиться к ним и вместе изучить некоторые приемы ММА и боевого самбо. Охотно соглашались и парни, и девушки. Тем более, что был стимул. За каждого вышедшего на ковер зрителя руководители лагеря добавляли 5 минут к вечерней дискотеке. Ребята из Пересвета хоть и жалели своих спарринг-партнеров, но все же все должно быть достоверно. Кажется, что у меня проигрышное положение. Ведь он сверху, он сейчас добьет меня. Работай. Ну, вот он начинает работать. Все. И пошел болевой на руку. Спросите у него, какие ощущения. К радости многих, мастер-класс обошелся без потерь и травм, а по его окончании воспитанников Пересвета засыпали различными вопросами. Ребят больше интересовали спортивные травмы, а девушек вес и физическая форма. Когда же любопытство было удовлетворено и вопросы иссякли, то к представителям монастырского клуба выстроилась целая очередь за фото. А взрослые запланировали на следующий год привезти пересветовцев сюда на несколько дней, вместе пожить и потренироваться.